У него еда была. Это не у меня еда была. Вот черт. А, ты понимаешь, ты поганил, чтобы я не ел после этого. Все. А сейчас ты зачем Даша бить? Живая? Да. Не порезалась? Хорошо, Даша, у меня была вилка. Не обожглась? Блин, через себя, через тебя! Хейтер. Хейтер меня. Ты босиком, ты чё ходишь? Ну, а чё, у тебя выпало или чё его говорили? Нет, я просто, блин. Или ты психанула, ну, что вилка не та? Ну, очень широко. Есть хоть веник или чуть-чуть? Да я сейчас всё уберусь. Да. О, здесь скорее всего. Если ты широко станет миллионером, он купит нам фарфоровую посуду. Фарфоровую? Чтобы она стояла у нас. Так, друзья, сейчас мы будем смотреть, как Даша убирает у нас это. Вот ведет мне, что скажи. Ну ты же разбила. Это не я разбила, это он. Вино всему, да? Я шучу. Давай мы стекла кинем в этот контейнер. В группу. Как нет, не группу, вот это как называется, добавляю все. Конкурирующий фирм. Бокс. Бухаете. Трудный бокс. Реклама. Бухаем. Что за бородатые бомжи, Серега? Где-то фраза любимая. Так, что за бомжи опять в моем доме бородатые? Голодные ребята пришли поесть. Бесплатные, вкусные еды. Обжирают мою еду. Вот куда? Может, короче, вот сюда. В этот. Давай. Она цепляет, да? Ну, так делаем, да. У Макса, Серега, это же предатели пришли. Что пришли? Предатели. Предатели пошли. Лазучики от гостей. Лазучики, короче. А что это на перископе? Там не в курсе. Вот банка. Блин, да я в кофте так же ничего. На, ты в кофте еще? Ты думаешь, как можно банку через кофту? Что у тебя есть в банке? А знаешь, есть такая тема, короче, делать рыбий глаз на этом, на... Ну я знаю, прищепка такая. Да. Нам, кстати, показывал шпион. Кто показывал? А, ты же знаешь. Влад, свои статьи крыл. Да, мы из него шпион постоянно делаем. Да. Ой, я вам не спачкал. Фига, спокойно тема, кстати. Да, не переживай, старый. Нет. О, попа Дашки. Даша, если ты что-то испачкал, то все Мироновское. Одежда вся его. Только вот рюкзаки-то. Рюкзаки-то хуваши. Поношенные. Аккуратно, ходите там, ребята. Может, есть вероятность, что я ничего не знаю. Вот, тепло, я вижу кусочек. Маленький. А это стакан был, да, или что это было? Да, это стакан. У нас их... Ну, что там было мало? У нас осталось их вообще. У тебя так видишь вопрос? У тебя хорошо извините? Да, не натурал. Даш, красивая, Серж, нахер бородатых позвал. Показывай Дашу. Дебилов. Дебил, бомжи бородатых позвал. Вам. Ой, сейчас тоже поделюсь с вами. Сейчас бомбить будет. Угощайтесь. Что такое? Не знаю. А я тоже хочу попробовать. Выглядит круто. Это, наверное, омлет или блинчик. Омлет. У тебя столько всяких, знаешь, этих блюд, которые я даже не знаю, что такое. Ну да, вот это сырники. Да. А вот это что? Это джем. Это омлет просто. А это что? А это что? Что-то очень вкусно. Это блины. Это а блины? Это овсяные блины. Овсяные блины? Да. Вот банка. Сейчас будет эхо. Оп. Поделилась? Ну. У меня коричневая, да, футболка, как говорится. Да, коричневая. Сейчас футболка. Кого, меня спрошу? Ну, да. Расскажи историю, как она появилась. Вот эта футболка? Да. Сейчас расскажу. Надо направить это на меня чуть. Да? Не видно футболку. Или мне сесть? Хочешь сесть? Все, ну, убрала. Ты сейчас попробуй, иду. Еще попробуй. Все, хочу. Это омлет, его можно кетчупом замочить. Это все с этого, да? С боксом? Это вторник. Как это фирма называется? Не Грофут, а... Трус де бокс. Пауэрбокс. А, Пауэрбокс. Пауэрбокс. Хоть запомните, слава богу. Давай. Так, ну что, а, рассказать об этом? О футболке? Вот она. Кстати, у Миши Пругонова вот такая же аватарка. Нет, ты не Миша случайно рекомендуешь? Похож. Не, это когда я ездил на чемпионат мира в Киев в 13 году. Серёж, так не видно больше одной части. И короче, вот еще. Где? Вот. И короче, купил там за 1000 рублей. То есть там выбираешь принт, какой хочешь сделать. Я выбрал этот, а сзади у меня написано... Что там написано? Да, свинью. Ну, типа, это чемпионат
World Women's Bodybuilder. Да. А почему Серега? Понятно. Женский чемпионат мира был. Ты победил? Тогда я стал восьмым. Серега, помнишь ролик, кто ты сделал, где ты идешь на фоне всяких ребят, которые азиатской? Внешне весь такой белый. Не азиат, а арабы. Арабы. Арабы, да. Че, тебе не писали с каких-нибудь групп там, типа, как это называется-то? Вот эти. Нацики. Да. Нацики. Типа да. Там по программе Дедушки Мороза тебе не приглашались нацики? Да, куда не приглашали. А ты приснялся? Нет. А что, не нравится тебе? Я в Мурманске, короче. В Мурманске ждем, я смотрю, а я уже не приглашаю. Парней, знаешь, там, в белых джинсах обтягивающих светлых, там. В Градах, там, в Лонсдейл, там, еще что-то, всякие эти. Ну, и реальные такие. Настоящие. Реальные такие. Ну, это молодежь, парни. Я смотрю много их, знаешь, то одни, то другие, то третьи. Это было? Да, я смотрю, такие два сидят там, ну, мы идем по Икее по-большому. Что-то они там булочку какую-то едят, но... Я смотрю, говорю, ничего себе, прикольно. И потом мы уходим, где-то ходим. Подбегает ко мне, типа, Серега. Да, сфоткаемся. Нет, это нормально, блин. Подписчик. Вот видишь, кто тебя смотрит, оказывается. Помнишь, он в Таиланде шел такой? Или в Китае это было? В Китае. Шел, да, ты такой идешь там где-то на окраине уже. И чувак, о, это же Миронов. Ты такой, опять подписчики, даже здесь. Даже на окраине Китая. На окраине Китая меня подписчики мои. Серега, ты все равно смотришь статистику канала, где тебя смотрят там, из не России, вот потом Казахстан, Украина, что? Казахстан на втором месте. На втором? Из других стран. Ну, там Украина, Казахстан, они его самые популярные из зарубежья. А вот самые дикие страны там есть какие-нибудь, там Лихтенштейн, там, не знаю. Ну, конечно, есть, там много стран всяких. Зимбабве какой-нибудь. Там, на самом деле, смотришь статистику, там, ну, уже вы на Ютубе смотрели, да, страны? Там вообще жесть. Да, вот такой ряд стран. США, там, Канада, еще что-то, но если люди пишут с разных стран, русские, все же в основном русские. Кстати, вот мы что думали, а как вот китайцы могут тебя вообще обнаружить? Вот у них же по-китайски все, да, грубо говоря? Нет, они же не могут вбить там Сергей Миронов на китайском. Они будут на английском вбить. Просто шрут сидят. На халяву. Так. Еда кончилась. Серега уже не очень про любую рекламу отписывал, мол, фигня, чай, еду, не прочитал. Короче, я же тогда видео троллил Семенихина, что он... Этот, Energy? Нет, что он Energy, что он еду рекламирует за это. За 150 тысяч в месяц. Ну, доставку еды. Ну, а ему 150 тысяч в месяц за это дают? Нет. Еду, еда. А, ему еда стоит? Нет, еда стоит, в месяц 150 тысяч. И он рекламирует эту услугу? Да, мне пишут, говорят, ну, сейчас в Инстаграме, типа, Серега там Семенихина троллил, а сам тут... Это еда. За 150 тысяч, да, Серега? Сравнили, да? Эта еда стоит сколько? 5 косарей. 5 чем-то в неделю. То есть получается, в принципе, за месяц это 20 с копейками уходит. 25 там. Да. В принципе, за условия вот тебе и нормально. Не, ну получается 100 с чем-то рублей прием, но если в том, что ты в магазин меньше ходишь. Ну, грубо говоря, вот на питание примерно столько и... Сколько мы тратим? 1015 на питание в месяц? 16. Ну, мы сами ходим, покупаем, сами готовим. Да. А тут пришел на халяву, поел у Сереги. В принципе, можно не готовить. Можно не готовить. Сегодня я уже куру не съем. Получается. Все вкусно, вообще капец. Сэкономил. Я вот... Видишь, мы-то ничего такого не едим, у нас там все баян обычный. Кура, гречка, кура, гречка, яйца. Рыба иногда бывает. Ну, клетчатку там покупаем отдельно. Вот всякие сырники такие, знаешь. Короче, как у бомжа, да, спрашивают, типа, как вам есть вкусную, каждый день вкусную и пресную еду. Я же не знаю, что не подебил. Вкусную и пресную еду. Самое смешное, что еда, которая невкусная, она стоит дороже. Бородачи, вы кто? Ну кто? Расскажи, кто. Серёга, рассказывай, кто мы такие. Ну, помимо того, что мы просто бородачи. Кто? Серега, кто мы? Давай, Серега, ты нас представишь, ты же любишь говорить. Может, у тебя дом? Всякие гадости. Про вас? Бородачи. Кто они? Все бомжи. Бомжи. Ну, а Серега так представляет. Бомжи, это кто-то пишет. А, читай. И выражение плохое. Мэн с физики. Это бомжи с... Сколько сантиметров бицепса? Бомжи с коми. Бомжи с коми. Это должно быть, чтобы с коми, нифига себе. Бородачи бодрые. Накачались бородачи. Не, ну вот так только. И показал в кофте как бы. И нифига не видно. Серега закрыл отец.
Ну, ребята, это все эффект камеры, эффект тени. На самом деле вес всего 78. Бородачи приехали в Питер летом, получается. Тем. Когда этого еще не было лета. А, ну да, кстати. Они приехали летом в Питер потусить немножечко, отдохнуть. Вот. Встретили каких-то фитнес-рож, в том числе и меня. Приклеились. И решили остаться в Питере. И вот живем у Сереги уже скоро. Снимаем, короче, комнату с другом. И Игорек приперся еще. Короче, у нас будет вообще тусовка. Тусовочка. Сколько народу сидит? А что только 107? Ну, не знаю, что мало. Потому что бородачи пришли. Бородачи пришли, сразу половина отписал. Ничего там мало. Вот, и короче, они у нас остались в Питере. И в Питере... Здравствуйте, мы можем готовы. Здорово. Я ожидал. Здорово. Еще один бородач. Сейчас посмотрите, что не писали на перископ. А, что там? Я говорю, мы съели колбасу и сыр Игоря, и пусть он выберет еду себе. И выбирай, Игоря. Как обычно, ничего не читаешь, да, что они пишут? Ничего не видно просто. А что читать там пишут, что бородатые бомжи, больше ничего. Да, что там еще читать? Сейчас Гостюин придет. О, крайне красава. Это ты сам себе написал? Отвернулся со своего подпольного. Нормально. Отлично, ребята. Привет из Южной Кореи. Привет, Корея. Количество бодибилдеров. Привет из Словакии. Привет, Словакия. Ты близко вообще. Ты пугаешь? Что за такое? Знаешь, все так красиво, да? Красиво так, разведка, знаешь. Спортил. И люди отписываются, я думаю, еще люди отписываются. А местные бы написали, ты что, на Синуи? Ты заметил, что, короче, вот, ну, Серега всегда сидел, да, всегда там, ну, 300-400 человек, сейчас 100, как бы. Ну, мы пришли, сколько там? 100? 106, 107, 106, 107, смотри, они заметали, смотри, пошло. Потому что, о, смотри, когда он близко к камере, а что, может быть, сейчас Серега расшевелю как-нибудь, нет? О, двоих нагнал. Двоих нагнал, давай еще раз. Давай еще сверху. Да, давай раздевайся. Нет, ты что, сразу? Сразу отпишется. Пресс покажет. Бардачи свою натуральную банку все показывают. О. У нее только банка есть, а больше ничего. А все, сиськи качал. Ей понтуется. Сейчас начнем мерить. Не, я могу подать бицепс бедра на самом деле. Миронов подкармливает бомжей. Они в курсе всего. Я занимаюсь благотворительностью. У меня истерика вообще. Сколько руки у натуралов? Да нет здесь натуралов, блин, все геи. Смотри меня, Игорь, все геи. В смысле, сейчас снегуры такие. Ребят, ну чего я не понимаю? Не-не-не, послушаю сразу. Причесал. Парни пришли такие аккуратные. Да. Такие аккуратные, мне кажется. Смотри, как вас смотрит стрёмно вообще на камеру. Фу, борода твоя, как тряпка такая. Бородачи бухают. Бородачи бухают. Блин, там там троллинг какой-то вообще. Это вот как с Крыловым, то же самое. Человек тоже не бухает вообще, все равно алкашом называют. Да, Крылов, у него лицо похоже на алкаша почему-то. Хотя он никогда там не пил. Вообще никогда не пил. У Крылова Димы. Майк. И он говорит, я, говорит, ну, выпустил первый жизни ролик, мне лифт идет. Крайник, дай пощечь дорожному бомжу. Лайки сразу. 500 человек надо подписало. Давай, 500 человек будет онлайн, блин. Буду раздавать. Кому напишешь? А что, какие майки? Там какой-то чувак, у него твоя фотка стоит, прикинь. И Сергей Милан. Серег, ты что ли пишешь там? Да, сам себе. Серег создал второй аккаунт. И несколько таких. Все, короче, пока все отвлеклись, расскажем что-то. Че там? Почем? Вот, видишь, смотри. Да я видел, майки. Он хочет, чтобы я начал майки уже отпускать в конце концов. Да, что-то не очень, надо еще поесть. Надо просто ближе сидеть. Продам гараж. Майки, Серега, да будут майки скоро. Даша, трицепс, бам. Жиронов трогает. Бомбей, чё? Подмучиваем. Чё, короче, эй, жрать. Серёга, когда в Тай поедешь в следующий раз? Ой, пока, точно летом точно не поеду. Вы растаманы? Да. Мы, да. Пацаны, Цацулин нормальный чувак? Серёг, да. Нормальный чувак Цацулин? Цацулин нормальный чувак. Чё ещё? Ну чё будем тереть, о чём? Привет из Клина. Чуваки, все вытирают сраные свои пенцо вытирающие. Я рожу свои бесстыжие. Ты видишь, что? Да. Нет, мне ближе садится. Ну, извини, это моя. Реально вкусно. Давай еще какую-нибудь интересную тему.
Они как бы их... Давай обсудим твои дальнейшие планы. Соревновательные. А тут что-то такое ощущение, что ты уже все слился, короче, не собираешься закачиваться. Врачи сейчас все симптомы, все. А у нас натуральные вещи без симптома. Поэтому их нет у нас. Все правильно. Да хер, не знаю, пока... Бодибилдинг все же? Да, большой бодибилдинг. Ну, то рак, я повосстанавливаюсь, посмотрю, как восстановлюсь. Если восстановлюсь нормально, то чем попробую, то рак. И все. Сейчас идет восстановление. Вчера мы с тобой почему-то на турах тоже восстанавливались? Я не знаю, мы что делать нечего, мы фигней страдаем. Да, это верно. Ой, зато будете жить долго, хотя ты уже выглядишь лет на слово. Мне, кстати, Линдейра сказал, что я очень старо выгляжу. А чего, ты можешь, да? Да, ну, да. Наверх, говорит, я, говорит, уже выгляжу, когда с бородой, говорит, на 50, ну, будет, как ты, типа, да, 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 видишь. Не, ну, может быть, мы будем выглядеть. А сколько тебе? Мне? Как тебе? Не, хотя, чтоб ты сказал. А, мне? 26 мне. Только вот загадка, сколько тебе лет? Мне, как тебе? Да, а тебе сколько? Как ему, да? Тупой качок такой. Алло, мам? Алло, мам, какого года я родился? Мам, а когда ты меня родила? Посмотри паспорт, да? А где мой папа? Где мой папа? В ответ я этот день вычеркнул из жизни. Это плохой день, сынок. А погода была хорошая, жарко? Да? Игорь? Да. Ну, раз никто не хочет, значит я себе. Давай я жру. Ты все знаешь, что ты... Опять ты последний. Сожрал я всю Миронова. Самый смелый кусок. Чё он что-то пишет вообще? Чё с ним? Чё с ним? Что с тобой? Что, со мной-то сразу? Не знаю, с кем. Может, с тобой? Ну, может, со мной все хорошо уже. Что-то по-английски вообще пишет. С Линдовером что-то. А, с Линдовером что? А, что, так посмотрите выпуск, там же Сарев последний. Да, он там говорит про свое здоровье. Всю правду. Там вроде все понятно. Серег, заболел. Вот смотри, Линдовер выпустил видос про то, как стероиды вредны, да? Прыгунов выпустил тогда нашумевший ролик. А че он выпустил? Прыгунов? У него гормоны, какой нет, доктор. Линдовер че выпустил, ну, что стероиды вредны. Вот, типа, что докололся, как говорится. Это не его проблема, это проблема чисто генетическая. То есть наследственность? Ну, это наследственность, плюс набитая на огромное количество хрени. Да. В принципе, если бы он трашку бы делал, то он то же самое. Если бы, ну, да, то знаешь, какая история, когда следишь за здоровьем, это одно, а когда ты хреначишь, там, поднимаешь пульс, там, до 200 ударов, не знаю, там, такие. Вот смотри, кстати, да. Вот что часто говорят, что, типа, вот, там, типа, сел на куш, там, у кого-то что-то с печенью проблемы, с почками проблемы, да, с тем, вот на сердце бывает какая-то такая явно выраженная негативная в чем? Влияние? От формы? Да, конечно, влияние. На сердце, конечно, влияет. В первую очередь давление, да, объем крови увеличивается в раз. Потом ты когда намного больше весишь, ну, чем в другом работе. Да, то есть, ну, ладно, ты весил 80 килограмм, но ты весил 130, 140. Надо объем крови другой поставить. Плюс тренировки. То есть это не джемы? Гипертрофия. Стероиды очень хреново влияют на холестерин и липидный профиль. Это, в свою очередь, вот при хреновом питании убивают сосуды. Ну, и ты умираешь, что по болезни? Тогда умирает сердце, сосуды. Три четверти. То есть сосуды. А когда ты бомбишь фармакологию, холестерин-то высокий, обычно вредный. А вот, плюс питается ты не идеально, а надо питаться идеально, с нормальным питанием. Как я все питаюсь? Да, вот. Это идеально, да. Печенку не чаще, чем раз в неделю. Полки. Не, знаешь, вот это как говорится, вот, знаешь, фармакология, да что там, типа, не вредного ничего, да? Вот часто такое говорят. И ты колешь, ну, что, ну, вон там 20 лет, 30, так, честно, ну, не будет проблем. А вот когда будет уже 40-50, там начнется, знаешь, какая куча геморроя. Вот, так же и с тренировками тоже, знаешь, сжать там ногами 500 килограмм на жиме, и делать выпады, знаешь, там 10-килограммовые гантели, это тоже разные вещи. Получается, что... Ну, нахер надо. Серёг, а вот кроссфит, вот, например, вот есть, вот постоянно тоже все спорят, типа, кроссфит вредно, не вредно, вредно, не вредно. Что ты думаешь? Вот то, что там пульс зашкаливает, там, за хрен. 180. Ну, конечно, если у тебя история, знаешь, как там
со Станиславом или вообще у тебя есть какая-то предрасположенность к проблеме с этим, зачем тебе это надо? Это раз. А во-вторых, если тебе просто нравятся тренировки эти заболеватые, ну, организм же не просто так тебя доводит до такого состояния. Ну, ты перегружаешься. Что-то он тебе говорит, да? Создаешь стресс такой, ну, серьезно. То есть пульс, знаешь, если ты занимаешься пульсом, там, кроссфитом, да, и ты следишь за ним, что он не выходит у тебя. А если ты там при тренинге бахнул какой-нибудь... Сергей, почему бомжи выглядят солидно? Солидно выглядят? Да. Потому что у них, значит, моток разбавили где-то. Привет, бороды. Глаза бухи. Ух тебе привет, если кто смотрит, ух ты. Здорово. Серега, после тренировки сколько надо бегать, чтобы убить жир? Убить именно. Вы с ночевкой? Вы с ночевкой? А мы не знаем еще. А не знаем. Если успеем до закрытия метро, тогда да, если нет, то... Тогда пешком пойдите. Смотри, как ты бежишь. У бомжей мускул лучше, чем у Серега. Нет, Серега, это я не описал. Это ты, знаешь, считаешь просто, что хочешь. Серега, почаще их, да, приводи к себе. Нифига, рыжего, красивая борода. Знаешь, такое пошло. Корми их побольше. Нифига, бордачи крутые. А почему они не снимают что-то на канале? Серега, когда будет серия выпусков с бордачами? Блин, бордачи такие классные. Ой, рыжий вообще красавчик. Серега, нифига, что ж ты перископ? Прочитал. Приятный перископ, да? Ой, царе, вон розовые сердечки пошли. Это кто тусух-то ядом. Кстати, тусух-то есть. Рыжий гонит. Но это кто это? Такого не было, как я это от себя сказал, да? Да. Мишарина? У бордачей видео больше, чем у дяди. Видео? Почему видео? В смысле видео? Сколько у нас видео на канале? Смотри, у вас дольше ролик, наверное. 45, наверное, дольше ролик. У нас только обзоры долгие, потому что очень много людей здесь. Ну, очень много. Все хотят с бордачами поболтать. Вы можете рубить их на несколько. Не, у нас Игорь только минут на 3, по-моему, был. Да. Он так носил грил, мы хотели вообще его обрезать, но он вообще ничего не обрезал. Очень жестко складно говорил. Так складно. Серега, пришлось обрезать, реально. А еще по аудиодорожке бывает, люди такое говорят, что-то вот. Вот я говорю, и вот хрен что вырежешь. Вот будет как по-идиотски. Вы знаете, меня часто вырезали, да? Нет, ты что? Мы еще сняли один раз. А мы сняли, да, чтобы один раз. Еще нужно не вырезать. Все спалил, было, все делал. И вырезали. Можно ли от фармы облысеть? Да, видите, мы облысели. Ну, покажи. Покажи, Сергей. Давай покажем вместе. Можно облысеть от генетики. Да, если папа лысый. У меня мой папа лысый. И дедушка. И дедушка сидит, да. Тогда и ты будешь лысый, скорее всего. С формой. Быстро Дашу обнял. Дашу нет, но могу Миронова обнять. Это мне говорит. Чей перископ? А, это же твой перископ. Перископ. Бордачей мало смотрят, потому что они бородатые. Логично. У вас папа бородатый? У меня нет. У меня периодически. Как с командировки приезжает бородатый. В командировку приезжает. Майки. Да? Майки. Все читаю. Давайте буду читать. Просто я плохо вижу. Я поближе подсел. Игорек, садись на коленки. Бородатый круто, только чешется. Чешется первые 3 недели. Это дети Кадырова, что ли? Столько жира и волос. Дети Бадюка. Аж подташнивает. Миронов трен норм вещь. Приезжайте летом в Петрозаводск. Дашка огонь. В чем философия бороды? Здорово, бородачи. Привет. Когда майки... Я не знаю. Ну, она просто могла как-то выделиться хоть как-то. Формы не получилось, пришлось бороду расти. Да. Ты ушел из кадра, нас тебе трое. Я читаю просто, не вижу. Ты читай в кадре, а ты немного... Так ты видел мою рожу, когда в упор, смотри. Да, не самый лучший. Жирные жиры метлы. Не, ну давай. Ну это прикольно, просто там кусок. Не, ребят, на самом деле зрение у меня тоже по наследственности. У меня бабушка вообще еле видит, мама плохо видит. Я думаю, что у меня на самом деле зрение по наследственности. Бабушка через стены видела, я вообще вижу другую сторону. Появился бы ты часом раньше, тут такие истории были. А что было? Как раз... Григорян надо обсуждали. Сила. Мысли. Ой, купи линзы. Не знаю, у меня очки есть на самом деле. Идите Хаммер переверните. Сколько вам лет? 26, 25. 25, 26. Игорек кушает сзади меня. Бородачей после эфира на пати Вене увезут. Вене. А я знаю, что такое. Что такое Вене? Машина какая-то. Ванну. Ванну, короче, увезут. Помните, Серега, короче, стой. Серега, даже красотку, бородачи просто... Охрана. Просто охрана. Гоняй, чудо, гоняй, старик, трусы. Охрана, которую он кормит.
Ну, Майки, период действия Алиата, Пати, Вен, Майки. Я что-то не успел. Чушь, Майки. Алиата, да. Где что, в выпуске? Где выпуски, как заработать бородатым? Так они не пошли по просмотру. Мы же не заработали ни хрена. Бородат старит лет на 7, да больше старит. Бородачи, респект, работаете, Пати. Не, мы живем за счет Миронова, на самом деле. Кормитесь за счет Миронова, лайк. Почему Сережа не тренде бородачей? Позовите Бадюка. Миронов мажор, что ли? Серег, ты мажор? Да ты, конечно. Серег, расскажи. Серега, больше же гостиной? Сколько? Вот он миллион в неделю, а ты 2 миллиона. Зарабатывал? Да. Лайков. 2 миллиона лайков в неделю. Нет, самое забавное, что как только Серега получил контракт от Genetic, сразу нас в гости позвал. Да, это не все не просто так. Да, видишь, до этого не звал. И не трогал. Дайте Миронову торт. А он уже поелся. Вы были в первой серии Тайских каникул. Не, мы не были. Мы нас так и не позвали. Серега, хватит козюки трясло. За них. Я с погремя уже. Что за дрищ на заднем плане? Это я. Серега, я тебя люблю. А где там? Где все бородачи? Верите ли в революцию 2017 года, 100 лет спустя? Серега, давай. Я типа вот рука моя внизу. Сейчас лучше, короче, скажу, что, блядь, он пиздец, нахуй, перескопим только. Так я вообще обычно не Серега всех собрал под одной крышей. Дашка супер. Спасибо. Дашка супер. Спасибо. Еще раз, Дашка супер, это я тоже считаю, то самое. Да, типа тажные пиздец. По инстаграму видели, что Серега жажный мамит. Пришли кушать. Ну да, типа того, кто фоткал? Игорь фоткал. Крайнюк супер. Серега, банка у тебя не та. Даша греет. А, привет. Я хотел это сфоткать. Даша греет. Где пивас? Дайте Миронову торт. Почему торт? Что за прикол? Что у тебя с тортами? Не знаю. История. Емах. Сережа тоже банка. Игоряна часы солидные. Часы. Из Минска. Рыжий. Поближе. Он, слышно, это не описал, на самом деле. Минск не мог показывать. Из Белека. Да чего пристали к Сереге, он отдыхает? Он отдыхает, он устал. Это мы сейчас полны сил энергии. Бред бородатый, привет. Крайник супер. Блин, чё ж тебя так любят, синему купать? Ты даже не в кадре, тебя все хвалят. А? Как... В чем твой это... прикол? У него нет перископа, вот в чем прикол. Так это он сам себе пишет. Не могу понять, ты через каждый коммент точно смотри. Даша, привет. Сейчас сделаю. Сейчас достанется. Давай. Сейчас, короче, запущу перископ. Ну что же запустить? Точно, давай. Динамик не работает. Нет, стрёмите. И двое. А вы перископе течение? Не, я раз в 3 месяца. У меня телефон не поддерживает перископ. А у него не поддерживает перископ. Да. У него, короче, Android не поддерживает. Серега, Даша у тебя просто супер. Спасибо. Ты лучшая Даша, здорово, качмены. Что за мажор с золотыми котлами? Часами. А, часами. Котлами написано. Игорь Бог. Рыжий Катаманс физик. Не, ребят, я не выступающий бодибилдер. Крайнюк, ты женат? Опа, почву. Это же я спросил. Опять ты свои дурацкие вопросы пишешь. Запустил? Миронов. Щелкни. Вот. Лайки, поставьте. Как настроение? Ух, бардачей. Да, отличное настроение. Ребята, у нас всегда хорошее настроение. На халяву поели. Какое тут боже настроение? Отлично вообще. Круто, коммент считаете, а то Серега совсем заринился. Игорек, твой любимый цвет. Крайнюк супер. Черный. Черный. Розовый. Щелчок супер. Черного. Серега, мы к тебе, короче, наймемся читать комментарии в этом перископе. Да. Ты будешь транслировать, сколько мне придется платить за это. Ну, хотя бы как-то. У Даши 35 руки. Ой, не успел. Бардачи как раз. Так, когда ДСН. Кстати, Серега, когда новости будут? Новости на днях. Даша в шортах. Серый сначала в носу поговорил, а теперь у Даши в шортах. Связь говно. Сереж, там что-то пишут, связь говно, там на 3G что ли? Нет, слава богу, видела сети. Не на карте. Подожди, вы откуда? Мы из Ухты, а сейчас из Питера, из центра. Как эти бомжи в ВК. Два таких бомжа в ВК сидят, да? Но все нормально ко всех подходят. Давай, Серег, чуть левее еще.
Еще левее, чтобы в кадр быть. Ты должен. Нет, ты должен заполнять. Иди сюда поближе, да. Или банк. А я не вижу, видишь, я не буду. А Сережа видит. А кто читать-то будет? Сережа. Ух ты, где Селиверстов? С Питера привет. Привет, Питер. Селиверстов, он в Питер не приезжает, зараза. Ты с ним дружишь вообще, Селиверстов? Ну да, нормально все. Ну я... Со всеми бородатыми трогаю. У них нет души. Сука. Я сейчас закрываюсь, бородой вроде. У них нет души. Этот все с майками, со своей майки. А что он за майки-то такой? Майки. Ну, продает. Надо, короче, слышишь, давай, когда он будет писать майки, мы все говорим, майки. Пацаны, вы никогда не ухайте. Надо как-то на счет три писать. Хорошенькое знание. Смотри, короче, он зачитывает от него майки, мы сразу типа, майки. Куда бритву отправить? Майка. 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 Тигр, с Дыбенко вам привет, привет. Игорь великолепен, the best. Рыжая борода выглядит как кусок навоза. Так жестоко. Так обидели меня. Бородачи, а чего сегодня не с Гостюниным? Ну вот предали мы его, опять к Милану. Сегодня нас Серега перекупил, мы к нему продали. Серега сегодня побольше угостил. За еду. Ну да, слушай, что-то, короче, тупит здесь вообще. А что, да? Вообще лагает. Я вот смотрю сейчас, она как-то не это... Сегодня человек сверху, это сама. Не знаю. Потрясает. Когда майки будут? Мне кажется, нормально. Майки! Майки! Миронов, даешь бороду. Серега, майки. Даша, смотри на Серегу. На какого? Блин, они там доминируют уже, да? Заставляют меня вас делать на Серегу, Даша. Даша, смотри на Миронов, Даша. Миронов, зачем хейтеров в дом пустил? Пошли вон отсюда. Игорян, ты что, хейтер? Выгоняй. Пойдем, что-то на вторую ходить. Так у нас уже пытаются неделю выгнать. А почему мы хейтеры, кстати? Кстати, да, напишите. Почему мы хейтеры? Доказательство в студию. Даша, не вздумай опустить бороду. Майки. 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 Все четко. Рыжий, считай быстро. Главное, этот вы сказал бодрый. Там и не говорит ничего. Да, сам тебя подстегнул. Я пишу себе комментарий. А, правильно. Пишет майки снова. Чтобы доминировать, короче, тремя очками. Чтобы успеть. Бороду можно? Все, я написал. На сушке. Майки. Читай. Крайню красавчик же есть. А почему же есть? Же, может? Же? Ну это же есть. А что я написал? Красавчик же есть. Же есть же. А, вы на плане. Я сюда ничего не понял, но ладно. Борда — это скрытое желание сосать член. Неожиданно. Неожиданно поворот собой, Серега. Я сам хотел отличные люди смотрят. Чё ты такой, нет, стой. Серега не скрывался. Почему, Серег, ты решил писать? Офигеть. Серег, что такой красный? Ладно, то что угорает. Крайник женат или чё? Или чё уже? Весна пришла, где майки? Майки. Вы чеченцы. Майки. 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 Вы не взорветесь? Крайнюк как Корнелюк. Крайнюк или Корнелюк? Да, майка. Серега, а ты в... Крайнюк секс. В каком клубе сейчас будешь тренироваться? Крайнюк секс. Секс. Два бородатых, вы пара? Да. Да, как без этого. Бывают... Не пара. Благородные чеченцы. Над моей шуткой уже два раза посмеялись, я хорош. Первая майка. Ты что ли себе пишешь? Если бороду кидок опустить, суп... Че там не успел? С ума сошли? Первая майка моя. Твоя. Девушка очень хочет. Твоя, он первый мальчик. Да, так вот, длину города видно. Вот так, на фоне. Ну, да, ребят, лайкайте побольше, чтобы... Лайкайте, чтобы бородачи больше не приходили к Миронову в перископ. Я сейчас посмотрю, как Серега. О-о-о. Ребят, вот чем больше лайков, тем больше Серега в топе. Давайте, как у Борисова, миллиард лайков, чтобы было. За неделю. Давайте, ребят, ну Серегу поднимайте в топ. Он же будет первый. А что, от лайков зависит, да? Ты будешь в топе выше. Ну, правда, что ты иностранцем. Борисов набил миллиард лайков, его заблочили. Да, типа подумали, что это... Подумали, что он взломал его. А у меня 86. Через сколько лайков? Миллиард. У него миллиард был. Да. Самого начала. Самый большой перископ был у Борисова в мире. В мире? Какой? Денис Борисов. Денис Борисов. Кто это? Денчик. Мне, короче, лайков больше, чем у Давидыча. Какой золотой? Ну, у тебя нафига лайков. Ты проси, чтобы лайкали. Ребят, лайкайте. А Давидыч на первом месте. Смотрите, Серега, какой грустный. Нужно лайками. Ребята, чем больше лайков, тем выше он в топе в мире будет. Все, Борисов лайк. Давайте Миронова поднимем выше, чем Лазара. Я и Сережа начал смотреть американцы, дядя Сережа закончится видеть в Америку. Кстати, Борисов на самом деле, короче, его взломали, ой, точнее, заблочили, так и не вернули ему перископ, он новый создал, а там не очень уже. Да. Он забил фиг, короче, перестал его раскручивать. Ну, он обиделся, короче. У
обиделся. Ну прикинь, чувак набил миллиард лайков. Майки. Так и мне. Ты сидел? У него было 1500 трансляций один раз. Людей. 1500? Да. Вообще это много? Да. А у тебя было 1500, например? Борис, тысяча человек. Было 700 человек. Типа, да, ты, я не борюсь. Серега, следующий. Ну, понимаю, ну от Демиронов. Ну, ты как бы знаешь. Правильно. Не, ну 1500 для него это вообще. Так он, когда это было у него? Месяцев 3-4 назад, когда еще. А, когда он уже. Когда там перестоп только стали там все юзы. А он тогда уже начал стрёмно вести канал? Ну, уже тогда да, начал. Бородачи крутые пишут. Это я написал. Черная борода круче. Черная борода круче. А я знаю, что круче, ребят. Но, какая но я принципиально рыжий хожу, чтобы быстрее. Чтобы был контраст. Да, а то вдвое черный как-то не очень. Когда в Азию, Серега? Вам нужен еще этот. Жиронов крут. Белая борода. В лето. Какие проблемы-то, Серега? Как раз. Серега, ты понимаешь? Белая борода. Серега, посмотри, попасть. Метро. Наш тренд. Тренди хочет быть. С бородой быть. Два года, Серега, почти. Крайнюк, уходи, говорят. И Казак мне говорит, сам себе написал. Не то. Как зовут черные бороды? Дмитрий. Команды там Ухань. Викторович. Сын Виктора. Майки, от дяди Сережа. Как относитесь к Майке? Майки. Лайки. Вот эти знаете, лайкать, чтобы дядю Сережу забанили как Денчика. Они хейтеры. Бородатый. Пришел борода круче. Да он балабол. Да он только говорит, что он натурал, блин. Да, какой он балабол еще? Банки за 50, блин, натурал, да. Кто? Сити Флэч, о чем говоришь? Он говорит, что я натуральный бодибилдер. Вы думаете, что можно получать такую бицуху, да, без стероидности? Ну да, как бы. Кстати, Серег, что за прикол, мы с ним не. Вот знаешь, когда чувак очень сухой, вообще, ну, вообще сухой, на животе, знаешь, такие шарики маленькие. Да, где? На животе. На животе. Это от лицерин. Это же чего? Нет, это грызы, ты че? Маленькие. Не-не-не, они периодически появляются и проходят. Вот здесь. В разных местах. Это грызы, грызы. Ну как у садика, типа, да? Да, но такие маленькие. Да, у многих, как вы смотрели, почти все. Точечки такие, да, есть. Это грыжа? У меня такие две есть. Либо венозность бывает такая. Вена входит. Просто нам сказал этот, как его... Ну они мягкие. Ну не шип. Это ветрянка, парни. Это как бы... Серега Скирин сказал, что это... Это же как бы, ну, вена между мышц вылазит. Это как венозность. Насколько я знаю. Это типа как грыжа. Нам говорит, что это от инъекции. Это инъекция разных живот. Куда инъекции, что ли? Ну, я не знаю, куда его лезть. Мы-то ничего не поняли, поэтому не знаю. Вот мы спрашиваем. Маленькие грыжи. Такие грыжи на животе? На прессе именно? На прессе. Ну, да. Сверху, правда? Когда сухой? Да. Да нет, если они появляются... Да, такие, типа, рубцы они. Как венозность, это венозность. Венозность, да? Ну, я видел только такое. Ну, просто они в разных местах появляются. То есть нету, а человек всегда сухой. А, это жучки. Жуки. Жуки, которые лазят. Ну ладно, проехали. Тем... Наш кроссовка, раздражение. Раздражение. Раздражение, это от тебя, Серега. Чего там, блядь? Почему Цкирия вынести только ей пердак необъятный? А чё? Купаться. Даша что курит? А он что курил, смеюсь, не знаю. Серега, скажи, как запекапить девчонок? Серега, давай, бери все. Сейчас сделал. Как ты Дашу запекал? Ах, запекал? Запекал. Запекапил? Вы вообще какую музыку слушаете? Я разную. Я Майкла Джексона слушаю. Любую, от фольклора до металла жесткого. Не знаю. Разную. По настроению. Он слушает Рэм-Дигу только. Борода. Рэм-Дига, да. Если Рэм-Дига смотрит, ему привет. Она его. Даш, как ты Серегу запекапил? Как ты запекапила Серегу? А? Блинчиком своим. Бритье. Какое вранье. Принцесское бритье на французском жиме. Девочки, бритье. С сиськами, а борщ рулит. Чувак повредил связки на французском жиме. Локтевые, как залечить, Серег? Да. Да. Он согласен с тобой. Повредил. Отняли. Ну если бы ты не ответил, был бы не ты. Не знаю. Да. Повредил. «Игру престолов» смотрели. Я смотрел 2 сезона, мне не очень понравилось, затянуто. Как тут, может быть, типа, у вас есть? Если пока ты смотришь, можете «Перископ»? Есть, да. Инстаграм. Да, давай. Вам давай проявлюсь с «Перископом». А то уже все. Все, всем мир, всем пока, попрощаемся с ребятами. А то какая-то пошла с толстые пальцы. А стой, лайки идут. Лайки идут, теперь не идут. Теперь идут.